Привет всем, с вами Сергей и канал Игры Онлайн. Итак, сейчас для вас мы будем делать обзор игры «Свадьба анимешек». Приступим, нажимаем кнопочку «Старт» и выбираем, что у нас есть. Так, для мужчины мы выбираем цвет кожи. Так, давайте выберем, ну, такой, чуть-чуть темненький. Так, теперь мы выбираем его лицо. Так, различные виды. Так, смотрим. Большие глазки такие. Давайте выберем такой. Теперь, как я понял, это будет прическа. Черные волосы, рыжие. Да, тоже много различных видов. Пускай будет черный. Так, теперь выбираем его рубашечку. Рубашечка с галстуком. Различные тоже рубашки, пускай будет такая. Теперь пиджак белый, черный, белый, синий, черный, белый. Огромное количество разных пиджаков. Выберем белый с черным. Туфли черненькие. Итак, мы смотрим, чтобы были черненькие туфли. Ну, так, и вопрос. Невеста. А, это оно само выбирает различные виды. Ладно, вернемся к нашему. Выберем темного, такие глазки, рыжие волосы. Рубашечка белая. Давайте выберем вот такой белый костюм, белые туфельки. Теперь поменяем невесту. Давайте смотреть невесту. Смугленькая невеста. Выбираем для нее. Давайте выберем такие же глазки, зеленого цвета. Вот, нет, да, скорее всего, только такие глазки есть, да. Прическу рыженькую, тоже рыженькую. Да, точно, такая же будет рыженькая. Платье, какие различные у нас есть платья. Какое платье выбрать для нашей анимешки? Так, сейчас мы посмотрим и выберем. Давайте будет такое. Так, что это у нас? Фата, украшения. Посмотрим, что у нас имеется. Так. Наверное, возьмем корону какую-нибудь. Такую, но самая красивая. И свадебный букет. Так, без свадьбы, с мишкой, без колечка, свадебные букеты. Давайте возьмем, наверное, медвежонка. Немного поменяем. Вот, полностью белый костюм для нашего жениха. И нажмем на кнопочку Ready. Нет, ready. Так, что это? Мы можем сохранить это все. Наш рисуночек. Ну, я думаю, нам сохранить не надо. Можем посмотреть. Давайте вернемся назад. И попробуем чуть-чуть изменить платье. Потому что мне не сильно платье понравилось. Давайте посмотрим такое. Готово. Нет. Снова нет. Давайте посмотрим, какие платья еще есть. Я не могу выбрать никак. Я не разбираюсь в женских платьях, но тем не менее, почему-то мне кажется, что не то. И рубашечку поменять более светлую. Наверное, вот такая рубашечка больше будет подходить. Так, и давайте поменяем немного цвет лица. Все. Теперь, я думаю, эта пара будет идеально смотреться. Ну да, теперь смотрится эта пара намного лучше. Хочу напомнить вам, что это игра «Свадьба анимешек», в которой вы можете делать своего жениха, делать невесту, одевать их в различные свадебные наряды, делать им какие-то украшения, чтобы посмотреть, как они будут смотреться. С вами был канал Игры Онлайн. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые обзоры. Всем пока!